22 февраля на базе детского сада номер 4 аула Бличепсин прошел семинар с участием воспитателей и детей. Подобные встречи уже стали традиционными и носят положительный характер. В соответствии с планом управления образованием, методическим кабинетом управления образованием, проходят еженедельные семинары. Вот в этом феврале месяце у нас два семинара по реализации федерального государственного образовательного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях. Мы провели первый семинар в ДАУ номер 13 села Вольное. Сегодня на базе МБДУ номер 4 аула Бличепсин проводит очередной семинар, проходит. Тема нашего семинара звучит таким образом: «Нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». Сегодня мы смотрим открытые занятия, проводятся открытые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, к 23 февраля. Принимают участие все руководители дошкольных образовательных учреждений, также старшие воспитатели, воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Здесь люди, наши педагоги, обмениваются опытом работы, распространяют лучший опыт своей работы. Такие мероприятия проходят у нас в течение всего года. В течение продолжительного времени детки показывали свои умения, продемонстрировали инсценировку «Колобок». Защитный мир.
Все участники семинара остались довольны встречей, получили массу полезной информации и рекомендаций.